Я к Клину сам не знаю, как ужасно привязался и не могу себя представить в другом месте. Чайковский. Здесь он жил, здесь звучали его шаги, его голос. Здесь все хранит память о нем. Мы в гостиной Петра Ильича Чайковского. Здесь все сохраняется так, как было при жизни композитора. Его рояль, душа дома, певучая и безмолвная. В обычное время рояль Чайковского закрыт, и ничья рука не касается его клавиш. Но ранней весной, в день рождения композитора, каждый год этот запрет нарушается. Многие выдающиеся музыканты играли здесь. Гальденвейзер и Гумнов, Оборин и Гильс, Рихтер, Иван Клиберн. Здесь звучали голоса Нежданова и Собинова, Козловского и Шумской, Пирогова, Лемешева, Жуковской, Шпиллер. Лауреаты международных конкурсов имени Чайковского, лучшие из лучших были удостоены чести выступать здесь. Сегодня в гостях у Чайковского Рейзен, народный артист Советского Союза, один из лучших интерпретаторов его романсов. Аккомпанирует певцу заслуженный артист республики Макаров. Твой понравился тонкой, и весь твой задумчивый вид. О,
А смех твой и грустный, и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно я грустно так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Тебя я не знаю, но кажется мне, что люблю. Гасли в комнатах огни, благоухали розы. Мы сели на скамью в тени развесистой березы. Мы были молоды с тобой, так счастливы мы были, нас окружавшей весной. Так горячо любили, двурогий месяц наводил на нас свое сияние. Я ничего не говорил, боясь прервать молчание. Безмолвно синих глаз твоих ты опускала взоры. Красноречивей слов иных немые разговоры, чему не смел поверить я, что в сердце ты таила. Это песня соловья за нас договорила. Thank you.
Плечи опусти и тихо вздыхая, ты не знаешь, как мгновения эти страшны для меня и полны значения, как меня смущает это молчание. Я приговор твой жду, я жду решения. Или нож ты мне в сердце вонзишь, или рай мне откроешь. Ох, не терзай меня, скажи лишь слово. Чего же робкое признание в сердце так тебе запало глубоко? Ты вздыхаешь, ты дрожишь и плачешь, и слова любви в устах твоих немеют. Или ты меня жалеешь, не любишь? Я приговор твой жду, я жду решения. Или нож ты мне в сердце вонзишь, или рай мне откроешь. Ах, внемли же мольбе моей, отвечай, отвечай скорей. Я приговор твой жду, я жду решения. Ох,
как я страдал и как я страждал. Поймет, как я страдал и как я страждал. Знал свидания жажду, поймет, как я страдал и как я страждал. Ты не знала в блаженстве покоя, успокойся на ложе страдания и старайся не помнить зимой, как срывала ты розы весной. Твой сон и покой.
мутится твой сон и покой, и старайся не помнить зимой, как срывало ты. Артиста СССР Марка Осиповича Рейзена прозвучали романсы Петра Ильича Чайковского. Средь шумного бала уж гасли в комнатах огни, страшные минуты, нет только тот, кто знал примирение. На стихи Толстого, Мея, Щербины и самого композитора.